Арти-25 представляет. World of Cards. Забудь про рандом, положись на свою интуицию. Только у нас 50 тысяч золота может стоить 140 рублей, а премиум танки 8 уровня всего 240. Открываешь одну из трех карт и гарантированно забираешь приз с подарком на свой аккаунт. Ну, сейчас, в принципе, в топе на арте быть, наверное, хорошо, потому что все-таки, если раньше я хотел дамажить, а меня кидало в топ, и я такой думаю, а в кого я буду дамажить, то сейчас я как раз, наверное, и буду этот дамаг нормально раздавать. Да, светляки перестали светить. Вот это я Сережку поддерживаю в этом. То, что уже светляки играют в свою игру, в отдельную, и им дали нормальные пушки, нормальный ДПМ, и они теперь играют на свой урон. Если раньше светляки играли более-менее как-то на засвет, на арту, то сейчас арте вообще никто ничего не светит, это нафиг не нужно. Они играют сами по себе сейчас. F-290 или F-207, что взять для ЛБЗ. Я думаю, что все-таки 212А, наверное, будет лучше. Я еще не катал его и не 207-ю. Так, надо выцеливать ЛТшечку. Карта тоже бьет по этим, по ЛТХам. Ну, я буду работать. Угу. Есть ухошка. Давайте попробуем. Я-то успею по ней кинуть. Но вот попаду, не остановится ли она, если я буду ей на ход кидать? Ну, остановился, поехала вперед. Ну, блин, ну как так-то? Зачем? Зачем? Самое главное, зачем? Придется только так не кидать. Больше нет вариантов. Спасибо, Ром, тебе еще раз за поддержку. Ром. Сори, забыл поздороваться. О. Привет. Ну, привет. Тебе тоже. Даже по ЛТХам кидать нормально не получается. Как-то печально. Ну что, 90-ка? Ну прям вот чуть-чуть бы и было бы идеальное прямое. Давайте еще раз подзываем. Разброс. Я бы сейчас уже кинул 49-ку. Она прям по кругу тут катается. Можно попробовать вычислить траекторию движения этой ЛТшки. 90-ка еще раз. Что-то они либо какие-то хитрые стали, либо... Ладно, не буду никого обижать и называть глупыми. Ну, вы поняли, да, про что я хочу сказать.
Да по-любому должен вынести какую-то сейчас алтеху. Я ради этого здесь сведен и смотрю на центр. А других целей-то абсолютно нет. Вот что значит Прохоровка. Дуга. Опа, есть! Прямое! Ну вот могу же, а? Могу. Так, Диносик, походу, едет вообще на смерть. Похожка давит. Сейчас я должен оглушать тяжа, и все по нему должны откидывать. Нет, рано еще не кидайте. Прямое есть. Это без урона дал. Откидывает, да, назад, ребят? Но я ничего не могу сделать, это YouTube такой. Сорямба. У меня тоже откатывает назад, да. Стримчик. Бомбардир! Я кидал в охлушку, господи. О, кошка, кошка. И смешно, и грустно, блин. Word 509, спасибо тебе еще раз за поддержку. Гострим с вспышкой Нильте, заодно ЛБЗ выполнишь. Ой, а? Пересвелся там Эмильич. Слушай, да я-то не против на ЛТ покатать. Да, ЛБЗ-хи надо поделать. Но понимаешь, мне немножко, во-первых, стыдно на ЛТ катать, потому что у меня не очень будет получаться, скорее всего, особенно на стриме. О, хорош. Вот, а во-вторых, что-то вспых это заморозил меня и не отвечает мне. То есть я не могу до него достучаться. Я, правда, не писал больше, но такое. Если что, напишу, спрошу. Магия Прохоровки. Что это такое? Черная магия. Да, прямая. Едет все равно, блин, едет. Здесь должна быть страшная музыка какая-то. Я вообще тормознул, уже не знаю, как его тут. Там у него копейки должны остаться. Они все сюда приехали. Абсолютно все. 110 хп остается у троечки. Я тут стою, конечно, вообще не очень. Но попробую сейчас забрать кого-нибудь. Ну, типа Т-20. А что, троек-то не могут забрать, что ли? Эй! Я не уеду, если я дернусь, я засвечусь, если я выстрелю, я засвечусь. Ну, дернусь, если в плане уезжать. Я не могу стрелять, я буду в засвете, и меня раскидают сразу. И взрослые, и дети. Ну, придется забирать и... Давайте попробуем свалить все-таки. До кустов, наверное, добежать-то все-таки. Или остаться в этих. ХЗ вообще. Хорош. Я боюсь, с горы меня там засветят. Сюда нырну пока.
Ой-ой-ой, а кто-то кидает у этого чувака. Поехал я вот к ПТшкам. Конечно, с ТРВ там на зелени, походу, у них остался. На Исета пофиг на самом деле. Вот стерва самый главный сейчас заклятый враг в этом бою. Арта сдохнет. Так, припугнем, может там стоит, мало ли. Так, куда едут-то эти ПТ-хи-то? Ну, блин. Еще не за акробаты какие-то. Ладно, там за артой поехал чувак. Надо так-то на голду переходить уже. Братан, только не дохни тут. Нет. Ну что тут? Он сейчас стерву получит. Ее не увидит и сам люлей, короче, получит. Не хочу, конечно, чтобы так было. Волшебник Гудвин, спасибо, ты разбавил этот скучный бой. Спасибо тебе за поддержку. Привет, Арти. Здорово. Три дня назад пьяненький Паша Амвей на своем праздничном стриме случайно признался, что курит плюшки. Что скажешь по этому поводу? Он же наркоман. Я этого не одобряю. Да какой наркоман-то хоть? Ничего не скажу, потому что это по-любому неправда. Это просто хайп. Люди разводят хайп. Арти. Не желаешь ли ты остановить покатушки со зрителями, только на другом классике? Да, будут, будут. Обязательно будут. Спасибо тебе. Короче. Серва где-то тут, вот она. Многое от меня зависит. Сгорела! Сгорела, стерва! Да господи! Поехали за артой, за последней артулечкой. У нас по 5 фрагов, сейчас кто-то будет воином. Кто-то затащит катку. Ядрить, колотить. Ты картошка! Что? Картоша! Я не знаю. Картош, ну как так-то?
Ну почему? Я на 9-й арте даю прямое на 360, а арта 8-я мне дает прямое на все мои хп. Ну. Просто страдание и боль.